Вот такой совсем небольшой механизм приводит в действие лифт в доме номер 25 по улице Козловской. Девятиэтажка была построена в 1980 году, и установленный тогда подъемник отработал почти 40 лет. Разумеется, начались частые поломки. Дом вошел в программу замены оборудования. И уже через 3 месяца после демонтажа старой конструкции получил новый современный лифт. Эти лифты были установлены, значит, раньше срока, где-то на полмесяца. Эти лифты очень высокотехнологичные, они имеют фоторевers, антивандальные кнопки. Значит, выполнен был ремонт в машинном помещении, установлены, значит, различные удобные для людей вещи, которыми будут они пользоваться в дальнейшем. Срок эксплуатации у них 25 лет. Активисты из числа жителей дома сами контролировали процесс демонтажа старого оборудования, установки и отладки нового. Отмечают, современным лифтом и жить стало веселее. И то, что мы вот получили эти 4 лифта уже современных, это очень приятно. Лифты, как мы заметили, светлые такие, вот, ну, вот позитивом от них веет. Красивые панели, все в таких светлых тонах, зеркала, это очень приятно. Лифты стали ездить намного тише, их практически не слышно, когда кабина перемещается, то есть в рабочем состоянии. Ну и такой вот эффект, вот, видите, вот, как будто вот это скачок на 2 уровня вперед. Замена аварийных лифтов во вторичном жилом фонде Волгограда и области ведется регулярно, и с каждым годом растет и количество домов, включенных в этот план. В 2020 году региональным операторам была выполнена замена 224 единиц лифтового оборудования в 61 многоквартирном доме. В том числе 7 многоквартирных домов, 20 единиц лифтового оборудования, были выполнены досрочно, то есть по программе 2021 года. В текущем году запланировано к замене 720 единиц лифтового оборудования в 193 многоквартирных домах Волгограда и Волгоградской области. Распоряжение губернатора ускорить работу по замене лифтов никак не сказывается на качестве. Все оборудование проходит необходимые проверки, и даже введенное в эксплуатацию гораздо раньше запланированного срока полностью безопасно. Однако многое здесь зависит и от обращения жильцов. Лифт – устройство технологически сложное, и относиться к нему необходимо аккуратно и бережно, не допуская порчи оборудования. Екатерина Алтухова, Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».